А мне нужен периодический ортопедический матрас. То мои ровесницы — это жесть. Милая, ну да, когда спим зубами к стенке, не только матрас. А сейчас ортопедические стельки, какая-нибудь удобная подушка, так, чтобы голова не затекала. Аня, выходи на улицу и скажи, что у тебя перекур. Никто не узнает, что ты тут со мной была. Добрый вечер, добрый-добрый. То было бы весело, показала бы весь свой этот... Говорит, я пошел в зоопарк, или где там дети бывают. Зверинец. Кстати, Ань, ты еще тут? Если ты тут, отзовись. Тут. Так, а теперь напомни мне, пожилой женщине в возрасте. Ты Стича же видела? Или я? Или не видела? Вообще вживую когда-нибудь. У меня просто мои эти признаки старости проявляются. У меня этот... Как его там? Господи. Так, если из мультика, то только после жести. Нет, я про кота. Про моего вот этого кота. Притурочного. Бенгала. Кстати, тонометр — вещь офигенная. Просто классная. Зря вы мне на Новый год, кстати, мне на Новый год, на прошлый, друзья подарили тонометр. Это правда. Я клянусь. А, ну просто я хотела тебе показать, он сзади меня лежит. Думаю, блин, вспомнишь, не вспомнишь, так, кажется, не видела. А, он мне, кстати, поцарапал только что. Здрасте. Да. Спасибо большое. Вау, благодарю. Спасибо. Мне на 30 надо. Так, тебе когда 30? Очень довольна. Безумно приятное вообще существо. Я на него каждое утро просыпаюсь, смотрю, думаю, господи, ты еще живой. И он такой... Мяу. Аня, пошли в эфир. Одна. Это было уже просила на 30. Спасибо, цель достигнута. Вау, подарочки надарили. Спасибо. Дети уснут, и будет эфир. Это вызов? Скажи, во сколько? Ты такая танцующая. Аня, тебе тут Дмитрий уже дарит тонометр. В общем, я этот запомню. Если что, сделаю скриншот. Скажешь, куда тебе Яндекс такси отправить. Тебе подарят тонометр. У тебя четверо детей. В принципе, как раз тебе тонометр само нужно. Булик лежит, отдыхает. Вау, меня тут любят. Так, нам надо еще какую-нибудь цель поставить. Блин, у меня скоро днюшка. Давайте мне все на день рождения скинемся. Я куда-нибудь полечу. Так. Аня, ты помнишь, что у меня через пару дней день рождения? Мне нужен человек, который умеет ставить уколы от давления. Тут есть такой в чате? Вау, тут есть какое-то милое привидение. И кот.
Прекрасный. Еще Мишка есть. Что поставим? Динозаврики! Вау, давайте динозавриков поставим. Договорились, шикарный подарок. Ходовой товар. Капельница укола — это ко мне. Замечательно. Тогда еще успокоиться. Транквилизаторы. Ты красивая девушка, спасибо. Ты у меня опять вылезла. А, ты, видимо, ушла. Ты ушла мерить себе давление, а почему ты опять появилась или тебя выкинула? Тебе тут еще предлагают успокоительное к тонометру. Артем, привет, привет. Я, кстати, так и не ответила на сообщение, которое мне написали, надо было прослушать.